вот чего мы не падаем. Теперь понятно, видишь, молодец. Счастье. Сейчас будем играть в игру за багой Валю. Да, квест потенциальные хилы. Я аспект не сып полетал. Сейчас же. Ты лучше аспект не с ДД сначала, а подамаш трэш, толку сейчас от хила. Мне и так в 3 хила здесь за хила. Давайте, крушите все на своем пути. Никакой пощады. Лысый пенек не написал, что тойдет АФК, но стоит вместе с теоретиком, шустрилой, веселочкой. Ай-яй-яй-яй-яй, как вам не стыдно, ребята? Давайте играйте в моба, который ауешит. Это звезда. Прожми сакру, чтобы мелики влились в звездочку тоже. Олег, поставь ТТМ, если есть. Ну, когда? У меня есть кого на паке кинь. Ну, дайте им на минуту, это кто-то. У меня ФКшит. Ну, да, Саусова тоже ФКшит. Больше инженеров нет. Подожди, я сейчас тебе передам бутылки. Не, бутылок им на ману тоже нету. А все нормально. Могу дать одну фласку на СПД. Не, мне для быстроты. Чтобы был бурст на ХПС, как говорит Джерри. Дать или дикая магия. Тут сила заклинания на 200, на 15 секунд. Прожимаешь на взлетке лан и бурстишь. Ты без него бурстю. Никакой пощады фреймом, который опускается по ХП. Теоретик, пожалуйста, приди к нам, умоляю. Теоретик, пожалуйста. Подожди. Да, вот ты двигаешься уже. Пожалуйста, дай инер по хилам. У нас нету маны. Пожалуйста, будь так добр. Все, давайте звездочку играем. Кинь в пятую пати, я поставлю тут. А ты что, хил? Ну, прикинь. А чё ты не дрэш дамажит, блядь? Чё вы спекаетесь до валитрии? Чтобы ману быстрее отрезать, плюс Ваня ФК. Там ни разу в этом рейде, не, один раз ФК шел с чаем, сходил и все. Блин, ну просто надо же по логике думать, где спекаться или нет. Быстрее трэш зальем, тем лучше, а резнуть ману это 30 секунд. Мы быстрее трэш зальем, если один не будет ФК. А тут пол рейда ФК, это виноватый Хокасака. Четыре человека в кашу. Да. Чё-то там Крок забагался. Надеюсь, да. Где там этот Крок? Ну давай зайдем в залень и посмотрим. Вот, проверим это все. Сейчас прибудет демон явления. Быстро покончить. Глупый Крок. Глупый Крок. Ты сам привел мне подкрепление. Поставь ее. Она не забагалась. К сожалению, к счастью. Нападай, краса плети. Сейчас я покажу. Так. Вышел чел, похожий на Войда, и чел на Трисию. Кто из них кто, решайте сами.
Трися. Ну, с бабом я на трися. Согласен. Вышел бы двор, было бы еще больше очевиднее, да? Так, что-то выпало. Жерелье Одина. Футбол. Есть информация, что мы быстро зальем Вальку по ХП, потому что у нас 4 Эршама и все. И Седдер, который иногда бывает случайно таунтит боссов и меняет вещи. Кушаем рыбу. Можно успеть дневноману, чтобы хилы быстрее отрезали, все. О, на месте. Так. Альте, вот есть хил? Очков ласка надо, да? Не, у меня нет. Филипп, если тут? Ну? Пекайся, в ДЦ поможешь Войду. Только смотри мне, диспели, замедление из хилов, ты понял? Как Коля Палом хилить? Сегодня без тупо, да? Ну да, типа да. Там каску обновить? Шуманом дайте еще кому-то, наверное, тоже. Да, в печать света, если у тебя символ, конечно, стоит. Вставаешь возле вальки, хилишь с этого небес, чтобы еще символ работал. Стоит, конечно. Хорошо, что стоит. Ты смеялся, да? Ну да, только кнопку не нажал. Филиппес, ты понял, он да? Он да. Понял, да? Рассеивание. Скилл особое. Такой. На. Нет, точечное. Вдруг хилы в разных точках будут. Ты не подумал об этом? Ты не просчитал такой вариант исхода? Так. Седер прожал крылья. Это правильно. Наверное, еще божественное просветление прожал, да? Кажется, нужно слить подавление справа, потому что оно замедляет наш отхил на 30-60%. Не забудь поставь ауру света, воина света. Прилинно диспель сам себя болезнь. Так, пошли порталы, мы будем собираться в центре. Центр это возле ворот. Заходим. Центр это мой. Да. Блядь, где порталы, сука? Я не уверен. Да нигде уже. Пять. Скоро призыв портала кошмаром. Призыв порталов. Пошел занимать слева. Последний портал, да потом даем рост. Рано. Все нормально. А я думаю, что не рано. А как тебе такое? Кот конем. Да еще нет кдешились крылья даже, это все фига. Это всегда так. Так попробуй сделать так, чтобы подкдешилось. Давайте, рост. Филиппец, выделяй в элитрию. Спой божественный гимн. Подавление сливаем. Бля, минус 30, минус 40%, минус 50 караул. Альтея, давайте теперь ты. Нет. 10 секунд. 8. 5. 3. Пойду-ка я в порталы собирать. Блин, не хватило немного.
теряла, да? Давление справа, минус 40% от хила. Цены серьезные, ребят. Мне кажется, надо убивать скелета. Берите все квест. Пояс надо кому-то? Я сейчас это отойду на трэша. Минуты на 3-4. Тут ходи. Тем более ты не танк, а ДД, да? Я танк. Танк, да? Кто-то другой потанчик тогда. О, нет. Я не тому передал. Передай веселочке пояс. Один-то зачем? А, ну да. Отойду тоже на пару минут точно. Я забыл. Не, веселочка, короче, это не пояс бисовый на ретрика. Он идет на фурика и ФДК. Я забыл. Писывай с Крофта. Кольцо. На успех. Все, отошел. Как Ваня кинул ролл, если он АФК? У него запись в РК, он ее включает. Он на мейн вроде. Он сказал же на офф. Есть сумон там? У меня сумон, чтобы я не бежал, не тратил время. Есть. Я в ДЦ остаюсь. Зачем он рулил это кольцо, если оно не идет? Не? Или идет она? Дайте кулак, пока тут. Ой, кулак. Да, Джей, суманите. LG суманить. Слишком далеко. Так, надо согреть трэш. Тоже тут. Танков нету, так что сами следите за своим игру. Что, не будет 100 трэш надо пить?
Ну, хорошо, что я в хиле остался. Здесь хилы каны. Да не. А, ну да, ты единственный хилишь. Еще мана повсядет, блин, по щитованию. Олег вернулся. Залейте маны, пожалуйста. Залейте маны, припало Сэдбер. Ни хрена себе. Ты что так взорвалось-то, блин? Залейте маны. Я же гин давал себе. Ну так что, гин? Тоже закончилось. Приходи, Анна. Били уже все. Так. Вуди в хила. Пять хилов пойдем. Не в ретрике? Не оставайся в хиле. Так мне в ДЦ оставаться или уходить в ШП? ШП уходи. Кстати, по шаманам баф. Фу. Рыба. Инта есть там? Я пошла. Да. Давайте запускать. Запускаем. И лапу обновить. Да, лапа. Лапу. Не вот здорово. Лапа. Ой,
А сам чё, не? Говорит. Войд наконец-то понимает, как это идти тем же классом, что и Войд. Когда один человек баф, это другой нет. Посмотрите, пожалуйста, видео, которое залил Войд в группу. Билин, давай Сакру. Какое именно? Ну, вот вчера в 10 обходили на Сандровище. Это что, на 2 босса, там же ее, по-моему, час 20 идет, сколько я смотрел. 3 часа. Это когда только Войд пришел, я там еще сидел минут 30, смеялся. Давайте метки вперед. Давайте до 300 тысяч без дот. 300 тысяч без дот. $380,000 подбить метку. 314 подбивайте. Центральную подбивайте, там где 330. Подбивайте все слева немного. Быстрее подбить. После притяжки будет рост. Ищите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Кто Frost Resisted, кините мастер аур на притяжку. Тут уже злокачает без поля. Бежали. Кто такой? Скидывайте глыбы, LG, скидывай глыбы, Домаш. ТД. Писал. Если бы на хилах всех освобожденка была, то мы перевели. Да, сразу до нуля, да? Там два лока, не лок, и лем был маг. Хорошие пружинки потеряли. Справа близко отбежать. Слева близко отбегаем заново. Там же падает переднюю. Слева 330к. Центр падает. Подбивайте крайнюю справа. По центру 300 тысяч. По центру бейте глыбу 300 тысяч. Все метки под боссом несем. Три хила с упрежденной магией. Паза началась, не стакайте ничего. Если вы... Ладно, давай, билин под босса. Милики отошли в РТД зону. Давайте метки. Седдер. Прожмись резку. Кралька, забрали стену. Кралька, иди скидывать стаки. Не бить метку, притяжка будет. Не бить метку, отошли. Сжигающий холод, бегите, написал ДБН. Это неспроста. Давай, LG под босса. Прожми щит маны. Защиту от льда. Давайте метку. Сакра, не на КД у тебя? Нет. Отлично, на следующую сторону. Ловит в сторону, неси. Давайте босса загонем. Блять, вся освобожденка мне по КД просто. Давай, Сакру. Следующий под босса и обязательно прожимайтесь, кто выносит метку. Дашкин. Под как босса. Он прожмись. Да, скинет метку, пиздец.
Вот такое уже было. Не стакайте! Это грех стакать. Четвертая заповедь ЦЛК. Метку притяжка. Не бить, притяжка будет. ТБМ вам скажет в этом. Да, вот так хлопать надо, да. Еще больше. Седра 16% хп и 8 стаков магии. Что стрела под босса. Седр почему-то не скинул. Да, бомбочка заморозился. Отлично. Дашкин бьет где-то вдали. Выноси в сторону. Фантастическое убийство Сендре без единого намека на незнание тактики. Талисман, талисман. Блядь, на меня вся субординка висела. Полностью вся, по КД. Полностью ты проникся, да? Чем? LG просто фартит. Вчера плащ, сегодня талисман. Новости пожелали, да? А, ну да. Ладно, новый пароль. О, красава. LG, ты на мейн роли Шаркан или как? Пайрия, да? Ладно, на тебе на майна найду. Давайте защитника пароля. У меня, короче, в сумке валяется штук 6 защитников. С обычки бы поддавал уже кому-нибудь, кому нужно. От того обычки невозможно забрать. Наконец-то количество освобожденных за бой на ком были. Тебе было мало. Я знаю. Я хочу посмотреть, сколько на Фукасаку было. 13. Цедра обманщик. Цедра 6 было всего лишь. Говорил все пока, да? Плюс 2 можно скинуть в начале баблы и в конце. Ай-яй-яй-яй. Мандрикс 5. Больно. Нам остался последний босс, как вы догадались уже, да? Я нахилил 2 ляма 300. Что-то ничего не понятно, да, там то, что ванеренько, но... Че, у нас облаженка забыла последние любимчики. Не все написано, потому что... Нет, да, типа на 4 заканчивается освобожденные магии стаков. Там, а если меньше у кого-то было, то он не показан. Я понял твою мысль. Кушайте рыбу. Пулбаф. Ташкин, стань кружок. Трусы, белин. Ромбик, первая волна. На мне 3 было, если что там. Первая волна, кто же кажется. Джерион, ты будешь станить или будешь дамажить? Выбирай. Чё? Что ты будешь делать, дамажить или станить? Выбирай. А чё, можно подамажить? Я могу и то делать. Ну давай подамажь тогда. Давай тогда... Animal Jazz первая волна. Ромбик станешь, веселочка. Вторая волна, ромбик станешь. Бомбочка, седер, шустрела, если вальки улетает, станьте их. Шустрела, бомбочка сами, а седер по команде, короче. Че, мы идем в 3 хила или в 4? Да, в 3. Классно, потому что я цепуха бот. А, ты знаешь, как танчить босса, кстати? Лицом к РДД зоне. Прожиматься на жнеце. Чё там, запускаете, не пустите? И... Тебе что, зелье быстроты, да? Да мне она не надо. Там разрыв, там уже кому-то надо. Кому-то надо катушка. Ах ты. Сейчас... Ты чё, кинетику так плохо били, если катушка надо? Так, ну, это... например, очень фигово подбирать. Ладно, потом отдам тебе. Ладно, запускаю тогда. Не забывай, что осквернение ловушка может кинуться на БДК.
На первой, второй фазе тоже, на третьей тоже. Не забывает мигать от лужи. Чему? Кто здесь палит чуму? Интересно, наверное, я. Пожалуйста, сливайте всех валик, потому что у нас фуриков нет в рейде. И магов нет в рейде. Так что должны все сливать. Баф дайте сику погибшим. Отдавай звездопад по 2. Я тебе могу сказать супер подсказку. За одну секунду до валик. Даже если тебя схватит валька, звездопад будет работать. Прикинь? Блять. Я это недавно узнал. 5 лет назад. Притяжку под босса и осквернение. Прикинь? Там ты выступление тоже буду говорить. На рождение. Милики, ловушка, перебежали. Аба, на тебе, ромб, выступление, встали звезду. Смотрим чуму. На секунду, чума. Не можешь сейчас выносить сам себя. Вступление на шаркере снимай. Проведи чуть дальше. Так, РДД, милики, ловушка, милики, ловушка. Смотрим дальше. Милики, ловушка, милики, ловушка, РДД, двигаемся, будет чума. Вступление снимай. Чума, лизни тотем, надо диспелить. Спелю, счастье. Мили Сунели, сейчас спается второй шаркар, будешь его снимать. Милики, ловушка. Дали звезду. Второй шаркар. В РДД зоне, внимательно, снимай вступление. РДД перебежали. Дашкин, выноси чума. Вступление снять, прожми срезку. Сейчас скажу, трусы снимай, вступление, РДД перебежали. Каплю на протопало. 3% до переходочки. Вступление на шаркаре опять. Вступление. РДД ловушка, все на край. Давай сакру, все на край. Курики, вмешательство свои, быстрее. Бутербол, чума, диспелю, у Косаку 1, 2, 3. Фантастический отрыв у Косаку на крэш. Позволяет передать чуму туда. Фух. Теперь надо спеть гимноман, да, Филипец? Спеть? Да, давай. Ой. Какой там гимн Беларуси? Так, кружок. Антошка, Антошка, пойдем. Дай живой Беларусь. Пожалуйста, магию надо снимать. Кресты, палы. Белин, снимай с БДК. Магию. Так, 2 шара движутся в рейд. Ну, бери там печеньку, чтобы они звездочку вставали. Блин, сейчас это трудно, но я попробую справиться с этим. Давай, звезду становимся. Кружок, Дашкин, ромб, Animal Jazz, трусы, блин. Так, первая, вторая. Играйте в вальки все. Давайте, слить, уничтожить. Осквернение 4 секунды. Ачпач-мач-качка, прожмись. Вышли с осквернением. Добить ромб. Добить трусы. Превыше всего трусы. Давайте в трусы. Трусы играете. Че вы покинули трусы? Все в трусы играем. Все, давайте рост. Становимся вот так. В звездочку. На первых вальках будет осквернение. Как я поставила? Сойдет. Дашь сакру под осквернение, там мастер аур, шедевр резист,
Продвигаемся влево-вправо. Так, первая валька пошла, я пошел, до свидания. Я убежал. Ка-ка-ка-ка-ка, давай сакру. Спасибо, теоретик, отбежали. Отбежали, играйте валик. Давайте быстрее, веселочка, стань ромб. Давайте ромбик. Прощаемся тусами. Давайте быстренько все на другой край, сейчас будет осквернение. Прожимайте, качка-качка-качка. Осквернение 3 секунды, выйти с центра, выйти с центра. Караул. Осквернение на Альтея. Давайте под босса все. Становимся звездочку быстрее, поверни вот так, давайте. Альтея, давай гимн отхил. Гимн отхил, Альтея, быстрее. Тут гимн отхил не поможет. Ебать. Шалабик. Кто тут еще валяется? Хризифилакс. Кто это за тело? Вой стартфал. Это вы просто пиздец в лужу зашли. Войт, как дела? Ну давайте поступим по-правильному. Кто получал урон от этой вальки? Надо посмотреть. Вальки? Ебать. Ебать, вы, короче, неадекватные. Я смотрел первые 20 минут ваших 10 минут. Потом надоел. Да нет, там не первые 20, на первые 20 минут это херня. Начинается же раз с 30 минут, я же писал. Блин, если бы ДВМ писал, кто получил урон от лужи, было прикольно. Охуярил бы вам ГП. Теоретик, почему ты такой неадекватный становишься, когда кидается лужа, раздел подвальки? В тебе спит маленький шпион. Шкодник, который хочет нам вайпать рейд. Вам кто-то нужен? Так, хз, пока вроде все тут есть. Ну там... Войда поменять, чтобы он лужу не разливал. Житя всем пишет, что Риум недоступен красный при входе и все равно пускает. Да, убрали уже. Белые кораблики. Да не убрали до сих пор так. Так, мне Малджас написал, воля, пояс, проф. На тебя рывку, блин. Ну, пояс не входит, это разные спеки, короче. Воля, сов, проф, все разные спеки. Почему ты написал, что ты ролишь, непонятно. У вас же фаталити написал, кто самый первый сдох. Микролабик, Седер, Бойстерфол. Не, скорее... ну ты смотри, просто... Рейд еще был не на фулл хп, когда без долужи это все было. Маги всегда первые умирают от дамага. Пушите рыбу. Ай-яй-яй, какие живи. Рюм, ты выбил эту тринку. БДК отлично от танки, протопол отлично от танчи. Чё вопрос, почему вы не сливаете вальки, отпускаете их на лям 600, вы что? Пилин, ты тут? Да, я так. Это неадекватно, на речи остановитесь. Ну вот, закинь там видос, мы потом накинем ГП. Посмотрим видео. Один трай на дропе поставил. По времени, кстати, по сути, успеваем. Значит, надо на ловушке сейчас вайпнуться, надеюсь, это будет. Твои отчаянные крики
Я так понимаю, кроме ГП я ничего не потерял, что он пошел. Да, ты прав. Дайте. Сударя. РБД перебежали. Селка, выноси. Милики, ловушка. Внимательно, милики. Ушли все быстро. Снимай отступление. Милики, ловушки, вступление на шаркаре, звездочку РДД. Чума сейчас будет, смотрим. Где ладайте, чума? Милики, ловушка опять. Стали в звезду, ботас, ловушка. БДК ловушка, милики прошли, РДД в звезду. Мели, сунели, микролабик на синетку. Да, не могу выделить второго шаркаря. РДД перебежали. РДД перебежали. Ромбик хаба, трусы, хмели, сунели. А, давайте все на край. Я устал уже, давайте все на край, пошли на край. РДД ловушку себе не снимайте. Даю сакру! Каплю на Белина! Не забывайте снять отступление. Надо набрать дистанцию, чтобы рейд не проседал по хп, чтобы Филиппец спел гимномана еще. Есть? Есть, есть. Даю. Давай. Дубль 2. Шестерила получает слишком много урона, умирает от духа. ДП. Сука! Какого хуя умирает от духа? Войд, поднимай анимал джаса, бомбочка, шустрилу. Снимайте магию с БДК. Сука, паладин, вы все равно нихуя не делаете. Делайте что-то полезное. Не могут и на поле получать. Это безнадежно. Так, давайте бафы, пристабав, кулак, каску, палу и роги. Добейте дурачка этого на краю. Становимся звездочкой. Пожалуйста, сливайте валик. Сделай два шага назад, чуть-чуть. Дали звездочку. Смотрим на ком вальки. Так, ДК, Рок, Сова. Играйте быстрее, валик, быстрее все, валик. Осквернение, выйти всем у нас осквернение. БДК, осквернение. Ром добить, ром 200 тысяч. Трусы добить. Ром сейчас тебя выкинет, выбегай быстрее. Трусы добивать будут 200 тысяч. Блин, чего вы так медленно бьете, там осталось ничего. Давайте, в звезду встали, дубль 2. Даша сакру под осквернение. Выбегаем влево, вправо, не под вальки. Все, разбежались, теоретик отбегай. О, вот этот раз хорошо вынес. Давайте, играйте валик. Веселочка, стань ромб, если есть. Уводи лича на край. Сейчас будет осквернение, потом вальки. Вышли все на дистанцию по внешней дуге. Звездочки иннер залили. Идем осквернение, потом в центр идем. Так.
никакого осквернения. Пошли в центр. Становимся как на первых вальках. Быстрее, быстрее, веди, быстрее. Нет, быстрее! Молодец. Давайте играйте валик. ШП, Рога, Animal Jazz. Бомбочка, стань, Рога. Альтеги, Мэтхилл. Жопу ру, чтобы это захилить. Осквернение, 2 секунды, вышли на рейндж, лево-право. Микролабик, молодец. Давайте все под центр опять. Альте, давай гимном ману. Нормально? Поставим. Да, нормально пойдет. Так, Animal Jazz, сейчас ты ромбик станешь. Пожимайся, Лианна. Смотрим вальки. Хватает 3 валик, потом влево-вправо уходим. Под вальками не стоять. Так, Рога, Сова, Хант. Вышли с подваль, вышли с подваль, осквернение. Войт, осквернение. Бля, вот это жесть, рейд проседает. Нормально, зато хоть махилишь, конечно. Я, блядь, через раз хилю, потому что еще говорю. Давайте ромбик добить. Жнец, прожимайся. 3% до переходки. Мне кажется, мы переведем. Давай, веди на край. Осквернение 5. 4. 3. 2. 1. Наеб. Не сработало. Давайте на край. Это все ДБМ. Он обманывает иногда. Давайте на край. Что у нас, 2 пристава ради всего, да? Гимноману не будет, да? 2 минуты, Филипса. Хорошо. Белин, давай звезде возложение рук. Иннеры, Фукасаку, Теоретик, Бомбочка. Войд мне Иннер, если не на КД. Иннер, Рикс, я Фукасаку. Окей, понял. Ручек. ЛТ, пей. И, пожалуйста, сферки типсом. Сфера идет на протопала, сейчас улетит. Попрощаемся с рейдом. На пульте второго духа на ВДК, наверное. Дух дышит в рейд. Опасность рядом. Дистанцию наберите и убейте шар. Салас, эчпачмачкачкачки спельте. Все, добивайте последнего духа, кружок пока не бить, добейте первого духа. Дух в рейде дыхнет. Уже палец на природной стремительности. Ух. Зло. Видели, да? Давайте, Ретик, оставляй звездопад на комнату, пошли в звездочку. Я похилю рейд под пешкой. Саку, да? Я думаю, тебе стоит воздержаться пока от сакры. Просто пробежать дальше. Как хорошо, что есть Анрикс, который ставит тотем мимо воздуха. От этого хил увеличивается. Дух на мне. Интеллектом ВДК дайте. Ну, в смысле, тот гневный, который... И личий дух на меня. Давайте в кружочек соберем силу воли в кулак и не сольем агро на духе. Надо сыграть в кружок. Все, видели, чак к духу. А ты, дорогой Бильдин, иди хлопать духов. Ты уводи лича к платформе. Фантастический танчинг от эчпочмачмачмачки. Осквернение. 5, 4, 3, 2, 1. И Седер. Ты же Седер. Седер минус зоне. Да, давай, вайпнись. Да, вот так, детка. Да, минус 2. О, да. Есть БРы, да, Седер? Бля, я Седер виноват, там люди не пили. Летик поднял веселочку, ну вставай. Поднимайте Альтею, если есть. Быстрее подними Альтею. Регим появился. Поешь после комнаты. Угу. Давайте звездочку.
Вот сейчас надо сакру дать. Прожимай природную стремительность. До свидос. Давайте в угол быстрее. Микролабик прожми глыбу. Спокойно, все живы. Это было близко. Так, у кого-то есть БР? Еще разок, напишите. Ох. Ой, подымешь тогда, как это кдшится. Если мы дождем до этого момента, конечно. Давай гимн на ману. Ставлю тотем прилива маны. Филиппец, давай гимн на ману. Филиппец. Да, еще секунду, блин, лагает очень сильно. Нафиг 20 секунд, да? Кернение сейчас будет. Проебал тотем. Чё, у меня еще есть? Осквернение сейчас будет. Это на сендере. Последняя комната. Там решающая. Там на что духов как-то не взрывает протопал. У нас 5 человек. Кто что, что не видит сейчас комната? Ладно. Хорошо, видит. Возможно, это, блин, первый раз на лечении не привык еще танчить. За угол, не ловите бомбу. Кто-то словит. Никто не словил. Косаку словил. 29% хп захилил. Впереди бомба. Опасность. Не пока хлопнет. Я сейчас к порталу, да, ведь? Все, да. Верно. А знаешь, почему к порталу? Ну, там духи у трона. Правильно. Оскорнение около вас. Тире остерегайтесь. Написал ДБМ большими синими буквами. Почемачки. Пицца долго на маму. 4 минуты когда. Было же. 4 минуты назад было 10 секунд, КД. Что-то мне кажется, что он пиздит, да? Да, это как в этом. В большом куше. Когда будут готовы сосиски? Мелизон, осквернение, супер экстренная ситуация. Фу, Славик. А 2500 в комнате перехилил, фу. Черит проседал. По духам есть у кого? Джарена, как ты выжил? Вот. Джота у нас. И поесть? Нет. Как ты выжил? Он дал. Тот. Я дал возложение рук на Джарена, он выжил. Приз будет по первой по духам. Они его ужасно брали. Вот. Так, смотрим, кто первый по дамагу. Лича. Как я и рассчитывал, тебя следует наградить. Джерин первый по дамагу в Лича. Гневного духа тоже первый. Валькиры смотрим. Тоже первый. Урдалаков не бил. Под духом второй феерал почему-то. Странно. Плети. Они повергнут этот мир в пучину. Ладно, я вас обманул. А сирот пойдет от их рук. И ты. То есть, если бы не Джерриан, у нас было бы еще одна волна валик, и было бы, возможно, минус 2-3. За сколько времени мы пронесли с пула? Ровно 2 почти. В 45 был где-то пул. Не, Филипп, я тебе больше не верю. А в 45 был? 3 было, 18.46 пулили, и сейчас 20.45. 2 часа.
Ты пишешь, что босса надо убить. Он еще не мертвый. Ну, мы его перевели. 7 лямов еще осталось у него. Минутное дело. Пока рейс нет. Будет больше. Он уже трое дамаг. Наконец я свободен. Это не поможет им. Кончено, сын мой. За одну минуту убить 7 лямов? Ну да. Подростком. Паша, на улице идешь? Блин, не знаю. Пускай на улице, резко давайте, пошлите. Ну чё ты подбиваешь на улицу людей уходить? Не говори. Не понял прикола. Ты видел вообще, что там на улице происходит? Минус 30 уже. Подожди до апреля, потом выйдешь. Это расставит. Печка? Да. Все равно два часа времени. Коня, теренаска, аркус. Так, веселочка. Тебе надо кольцо отдать. Время 46, босс мертвый. Хорошо. Ровно 2 часа. Изи. Телочка. Или нас. Это нахуй пало. Роль на оф, веселочка. Кидай ролл на оф. Можно на оф пароль? Ну, типа никому не надо, походу, да? Это на оф идет сейчас. А, теоретик, тебе на мейн, да? Да, да? Теоретику на мейн. Почти нигде не слакал. Кроме лужи. Которая не свайпнула. За 703. Я зайду на руку. Правильно, заходи. Аркус. Никто не писал, что на другого персонажа ИП получает. Я написал. Нет, у нас 3 си. Теперь я понял, пидор меня. А, оф, надо кому-то? У меня написано, если чё, кто не видел. Но Узух Пал писал, это я видел. Единственный человек писал. Конь. Нифига роллы. Нет. Жестко. Маг не может инмейт получить ИП. Он, когда от ДК ходил, он туда ИП получил. Понял. Ты там Диана ролила коня, нет? Да, я поролила. Ну, не без разницы, можешь отдать паролу. Там кто выиграл. Ладно, спасибо. Когда ходил ДК своим 5.5, ты получал ЕП и ГП на мага. То есть ты уже, грубо говоря, магом был в ЦЛК. Второй раз за КД ты не можешь получить ИП на маг. Ну, соответственно, ГП. А где можно тройное писать? Нигде. Ты можешь на своего рога получить ИП, которым ты ливнул почему-то. Так, где Ритик? Ритик. Блин, почему ни одна шмотка танковская не упала? И тапки с шеей тоже не упали. Да, и перчатки на НХ, свальки.